Большинство больших программ существует в виде ISO-файла. ISO-файл – это копия DVD-диска, например, или CD-диска. И нам нужна отдельная программка, эмулятор, чтобы не записывать их на физические диски, на физические дисководы. Поэтому мы используем программу «Алкоголь 120». И, находясь посреди экрана, нажимаем правую кнопку мышки. Нет, не совсем так. Здесь внизу. Куда мы нажимаем? Значит, правая кнопка мышкой «Добавить образы». Дальше. Нам нужно найти, где они сохранились. Вот я заранее сохранил путь, где лежит этот файл. Вот видите, ISO. Вот он, ISO. Вот нам нужен файл с таким расширением. Вот он у нас загрузился. Смонтировать на устройство. Все. Мы его добавили в виртуальный диск. Вот он здесь собрался. Надо бывает, что он автоматом. Вот смонтировавшись, автоматом выскакивает какое-то окно, то есть как будто бы жизнедиск уже по-настоящему так загрузить можно. Он смонтирован. Сейчас посмотрим. Надо все-таки было сюда пройти, получается, вот в этот смонтированный. У вас, скорее всего, будет не G, а какой-нибудь другой диск. Вот, Autoplay нажмем. Все. А дальше уже установка программы. Это понятно? Да?